Ну что, кто пережил новогодние праздники? Рассказывайте. Мы вот не очень с «Жигулями». Судя по всему, у нас заклинило термостат, потому что мотор вообще нифига не греется. Ну, собственно, мы едем в гараж ставить вот весь вот этот вот тюнинг. Ну и система охлаждения заодно тоже. Для подстраховки за мной вон на Ларгусе едет мой товарищ, потому что прошлую нашу поездку с Жигой циркуляции не было вообще. И мотор грелся, перегревался. Ну, в общем, чтобы сейчас мотор просто не потерять по пути в гараж, у нас наготове, если что, трос и всемогущий Ларгус.